Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в курсы ТИСов. Сегодня мы вместе с вами будем выращивать полностью от 0 до 100 гиганотозавра. Вот такого, да, он у меня слитый. А выращивать эти буду только для того, чтобы потом уже с кем-нибудь договориться. На рексах пофайтиться тоже будет по этому видео, потому что многие решили мне помочь и предлагали своих рексов, так скажем. Но гига у меня, к сожалению, нулевая, и мне ее надо выращивать. Выбираем наш черный скин, хотя бы желтый, но денег жалко тратить, поэтому беру черный. И начинаем играть. Где я заспавнилась? Я заспавнилась рядом с Пахи. Я тебя тоже очень сильно боюсь, так что... Ой-ой-ой. Так, ну, тут, если честно, небезопасно выживать. Нам бы... Нам бы куда-нибудь в другое место. На маленькое даже убежать не смогу. Поэтому ложимся тут. Так, и лежим. Хотя бы процентов до 10, чтобы я чуть-чуть подросла и смогла передвигаться по острову уже нормально. Но, ей-богу, тут совсем не безопасно, потому что тут ходят разные динозавры, и они могут меня покусать. Поэтому, наверное, я все-таки рискну и пойду чуть-чуть подальше. Гига плавать, но ей-богу, не умеет. Очень медленно плавает, поэтому большую часть своего видео я буду передвигаться по карте вот, ну, примерно вот так. На тот остров я не хочу, потому что он тоже хорошо заметный, там все видно. А туда тоже в карту я не хочу, поэтому пойдем вот так. Я помню, где-то дерево было, где я всегда выживала и снимала свои видео. Потому что после того, как я сняла видео с нычкой, оно было у меня давно уже. Кому интересно, пойдите посмотрите в плейлистах. Поэтому, ну, там стало очень много собираться динозавров. Прям хищных, не хищных. Я не знаю, для чего они не меня вылавливают, к сожалению. В основном просто так там собираются. Раньше было место озера, сейчас нычка. И вот так, вот такие вот дела. Сейчас поэтому приходится тариться вот так вот примерно. Маленькая гига ничего не может сделать, только разве что вылавливать компотов и их есть. Она и медленная, и неповоротливая, и маленькую гигу многие пытаются скушать. Как-то вот так. Так, ну, думаю, вот тут вот, да, вылази. Блин, я уже давненько не играла за гигу и забыла уже. Ну, давай. Еще и экран у меня не поворачивается почему-то. Не знаю почему. Может, это у меня с телефоном, может, это тут с игрой что-то не то. Ну, решить на игру не буду. Так, вот, ну, примерно вот тут мы с вами будем лежать. Примерно вот тут, за камушком. Мы пока маленькие, нас не видно. Ой, нет, не так. Вот так. О, вот так. Примерно вот так мы и будем лежать. Ну что ж, друзья, я остановлю пока видео. Пока я, ну, все равно буду лежать. Потом вернусь. Я вижу раптора. Видела, во всяком случае. Так, ну я подросла уже на 13%, это немного, но как бы и немало. Чуть-чуть мне надо 20%, и гига уже начинает голодать, мне нужно мясо, мне надо достать мясо, поэтому... Да, расти, расти.
Поэтому, блин, мне придется идти в карту. Надеюсь, меня не сожрут. Сейчас. Нет, я не могу ему написать, ну ладно. Итак, друзья, мы с вами... Мы с вами, наверное, сейчас пойдем в ту сторону, к озеру. Посмотрим, что там. Ух ты, как карта-то поменялась. Что-то я уже не помню такого количества деревьев. Ну ладно. Если там ничего на озере не будет, то мы потихонечку пойдем, наверное, все-таки опять на пляж вернемся. Потому что мне мясо надо взять. А до 50% я не доживу, к сожалению. Мясо, мясо. Дайте мясо. Ну, кстати, единственная гига на всей карте, поэтому, может, я выживу удачно, буду выживать удачно, потому что, ну, я же как бы популярите, да? Но мне до пляжа идти... Долго. Так. Нет, мне ГГ. Меня Алла сейчас загрызет. Или нет? Или да? Это я. Это я. Ух, ну, аллозавра одного я проскочила. Мне повезло. Сейчас будем мясо искать. Нет, не мясо надо, мясо. Наверное, я на озеро все-таки не пойду. А пойду, наверное, на центр. Блин, там где-то убили Рекса, мне бы мясо. Я сейчас озадачена тем, что я хочу мясо. И я... Так, ой-ой-ой. Ну и да, что мне мяса нет. Мне берут мясо, мне дают мясо. Ой, как мило. Сейчас возьмем мясо и льнем по-быстренькому. Ну давай. Все, побежали, побежали, побежали. Мясо дают, капец. Я сейчас с мясом. У меня выжить шансов, наверное, ну, процентов на 50 точно увеличились. Потому что голодающая гига, ну, они же вообще сильно голодают, да, я это говорила, и не одинжды, и еще раз, наверное, 50 скажу. То, что гига, она, ну, очень сильно голодает, и тяжело за нее выживать.
А когда у вас есть мясо, когда у вас есть хотя бы друг, который на Киге, вдвоем выживать легче, честно. Вот везде, ой. Карный Амир, пропустите. Ямир. Ямир, карта. Господи, господи. Пройдите мимо, пожалуйста. Я не кусаюсь, честно. Я не кусаюсь. Ну, честно. У меня комфорт. А без комфорта я не расту. Ой. 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 Мама. В общем, да, хлопнули меня нехорошо. Где я теперь это мясо буду искать? Ну, не, наверное, там. Они ушли. Господи, Диметра, не кусай меня, я тебя умоляю. Я не агар, я мир. Дементоры вообще они милые, они, ну, им нравится смотреть на больших динозавров, они там это самое, сами по себе, они прикольные, ну. Их часто хлопают из-за того, что они вообще... Ну, беззащитные. Итак, чтобы нам не нарваться на них, наверное, давайте туда сюда. Ой-ой-ой, тихо. Тихо-т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 ихо. Туша все-таки не маленькая, лапа ломает. Так. Давайте вон туда дойдем. Вон туда дойдем. Там. Отлежимся. Уже с кусочком мяса будет нам легче выживать. Так. Давайте. До того острова там спрячемся и будем лежать. Там легче. Вон я нашла, кстати, этот остров, где всегда снимаю и... Так, давайте. Ух ты, какой... А, нет, ну да, вот. Там ляжем, и будет нормально. Тихо-тихо. Ой, куда ты уплыла? Тихо. Все, лежим. Да, вот так. Ну что ж, я остановлю пока видео, пока я все равно ращу. Потом к вам вернусь. Итак, ну что ж, я уже подросла. Достаточно неплохо. Я уже целых 65%. Я еще отходила. Еще там у меня были некоторые дела. И вот за это время моя гига подросла на 66%. Давайте поедим. Попьем. И, может быть, погуляем по острову.
Не знаю, может, это была бы плохая идея, но в любом случае у меня мясо скоро закончится, и мне надо будет его искать. Опа! Карнотавр. Давай, давай, проходи. Я карнотавра вижу. Интересно, он меня видит, интересно, или нет? Видит, наверное, или не видит? Нет, он меня не видит. Действительно, он меня не увидел. Капец. Мне повезло, то, что он меня не увидел. Реально повезло. Так, ну ладно. Не увидел, так не увидел, слава богу. Видео увидишь, если смотреть будешь. Так. Так, ну давайте я еще немножко полежу. И, наверное, доращу свои последние проценты. Опа, Овик. Овик, это кто? Овик, это кто? Это Лаунтрес. Привет, Лаунтрес. Как дела? Рада тебя видеть. Капец. Лаунтрес, ты видео. Попало видео. Так, ладно, ребят, я, наверное, лягу и буду доращивать свои последние проценты. Да, вот такое вот видео. Не умею я динозавров выращивать на видео. В основном лежу и первые несколько процентов снимаю. Диги, я заметила, очень классная морда. А на скриншотах, вот я смотрела, она прям такая вытянутая, такая прям как крокодильчик, что ли, не знаю. Вот. И сейчас я вот вижу эту мордашку, прям такая, как котенок, вот реально, вот как котенок. А когда спит, они все такие милые, ну, прикольно очень, мне нравится эта морда, такая прикольная. И шипы все такие, прям скрин-скрин, прям серьезно скрин, мне очень нравится эта мордашка. Если вам она нравится, тоже пишите в комментариях. А видео по ПВП будет, ну, наверное, либо опять же сегодня, то есть в субботу, либо же в воскресенье. Я не знаю, когда я выложу это видео, а может быть вообще в понедельник. Ну, наверное, скорее всего, все-таки в воскресенье, потому что у меня в субботу уже запланированы два видео.
который я, ну, хотела бы снять. Так, давайте включим чат. И посмотрим, что чат говорит. 81%. Обалдеть. И когти у нее такие, как у орла. Вот реально вот палец средний, который посередине палец. Я не знаю, как он называется, не помню. Прям реально коготь, как у орла. Если такая фигня вцепится, то, ну, это ГГ. Это торины, походу, да? Нет, это Black Shark. Привет. Восемьдесят 84%, ребят. Да ветер меня вроде бы как бы и не обижал, когда я была маленькая. Наоборот, мясо мне предложил. Вот интересно, будет как это распознание полов будут делать после ремоделинга динозавров, чтобы можно было понять, кто перед тобой, девочка или мальчик играет. Я вот, например, сторонник распознания полов. Вот если есть такая функция, я только за. Я люблю такое. Потому что я девочка, играю за девочку. Или мальчик играет за мальчика. Мне кажется, это, ну, это правильно. А тем временем у нас 88%. И мы почти, ребят, доросли до адульта. Вот такая вот гига почти доросла до адульта. Давайте я... Потом я сделаю превью. Сделаю скрин такой красивый. И, наверное, выложу это видео уже в воскресенье. Или в субботу, но вечером. Посмотрим. Так. Потому что я еще обещала видео вам за аллозавра. За выращивание аллозавра на новом скине. И обещала на цере. Может быть, у меня видео лучше получится выживать, чем в... чем без видео. А на хвост, посмотрите на хвост, как она им шевелит. Ой, мама. Я прям не могу. Реально не могу. Мне очень нравится эта гига. Она топовая. Хоть многие начали говорить, то, что гигу сделали огромной, и она неповоротливая. Ну так, блин, вы же сами просили гигу большую. Вот вам и сделали гигу. Когда гига только-только вышла, она была небольшая, маленькая. Ну, вы видели. Потом разработчик сказал, что этот косяк он исправит. И то, что гига будет большая. Ну вот. Гигу сделали большой. Начали ныть то, что она большая и неповоротливая. Она, наверное, в принципе была как Рекс неповоротливая. И, в принципе, была, ну, может, меньше Рекса, но, наверное, они все-таки были братья какие-то. Но я не шарю, но мне гига в своем размере очень нравится. Мало ли, может, при ремоделинге, когда будут делать Рекса, она будет действительно огромная.
Рекс. А Гига по сравнению с Рексом будет малышом? Не знаю. Вот. А может, рост поменьше сделают? Я не знаю. Так, друзья, у нас 97%. И мы почти выросли. Представляю вам Adult Гигу. Огромная такая мяснина. С нее действительно очень много мяса выпадает. Но когда она выглядывает из какого-нибудь холмика, из какой-нибудь горы, то да, действительно ужас. Лично для меня. 99%, ребята. 99%. Ну, я думаю, она может вот тут спрятаться, но уже башка не помещается. А вот тут она реально может спрятаться, да. Хвост не помещается, да и башка в целом, ну, думаю, заметно не будет. Если прям нормально встать. Ну все, ребят, 100%. Мы это сделали. Для вас 26-27 минут, для меня 30-40. Честно, не засекала, но действительно тяжело ее выращивать, особенно Гигу. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать. С вами была Умка. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите комментарии и подпишитесь. Всем пока-пока!